Новость для всех пользователей сайта «Добродел». Областной портал расширяет свои возможности. Теперь на нем появилось больше функций для разных категорий населения. Помимо уже существующих тем, по которым могут обращаться жители, теперь на портале можно оставить свои жалобы об ошибках в квитанциях на оплату ЖКУ, очередях в офисах Единого информационно-расчетного центра, грубом обращении сотрудников ЕИРЦ и управляющей компании. Кроме того, уже сегодня есть возможность сообщить о неформальной занятости граждан. И что интересно, портал теперь может быть интересен и предпринимателям, которые решают вопросы аренды помещений для своего бизнеса. Рассказать о проблеме, внести предложение, посмотреть решение вашего вопроса или оставить благодарность можно на официальном сайте, а также в мобильном приложении «Добродел».